Всем привет, друзья, с вами Филитек, и это рубрика «Топ выхлопов». Многие из вас знают, что по определению дизельные тачки не могут мощно звучать. Но в этом видосе мы вам докажем обратное, что дизельные тачки не просто могут звучать мощно, а очень даже интересно и красиво. Встречайте топ-7 дизельных выхлопов от Филитек. Надевайте наушники и погнали. ТОП ВЫХЛОПОВ. Какая марка вам приходит первой в голову, когда говорят «американский автомобиль»? Скорее всего, это будет Ford. Именно автомобиль этого производителя расположился на нашем 7-м месте. Представляем вам Ford Mondeo. Но хоть Ford и американец, конкретно этот автомобиль был разработан преимущественно силами немецкого филиала и ориентирован на европейский рынок. Ну а мы в России заставили его еще и звучать. Так что встречайте 7-е место Ford Mondeo. 7-е место. На следующем месте расположился автомобиль с самым хищным логотипом. Встречайте, короля джунглей Jaguar XE. Восьмицилиндровые версии этой тачки действительно звучат как дикий Jaguar. Но что же с дизелем? Поскольку это видео развенчивает миф о незвучании дизелей с двухлитровым Jaguar'ом, мы сотворили чудеса. 6-е место. Jaguar XE. 6-е место. И вот наш топ подходит к первому настоящему, но не последнему немцу. Компания, производящая этот автомобиль, является самой старой среди всех присутствующих в этом топе. Основана она была аж в 1909 году. Приветствуйте, Audi Q7. 5-е место. За первым немцем в нашем топе сразу же идет следующий. Марка автомобиля с, наверное, самым большим количеством фанатов в мире. Марка, об автомобиле которым мечтал каждый из нас хотя бы один раз. Встречайте, 4-е место, Mercedes ML. 4-е место. На третьем месте находится тачка, которая обогнала своего собрата с 5-го места. Вопреки стереотипам, на автомобилях представительского класса ездят не только скучные дяди, но и люди, которые хотят, чтобы звук выхлопа заставлял людей оборачиваться в сторону их машин. Представляем вам Audi A8 с объемом 4,2. 3-е место. На 4-м месте у нас был Mercedes, а с кем же его чаще всего сравнивают, утопая в бесконечных спорах, что круче? Конечно же, BMW. Так получилось, что в нашем топе машина от BMW обошла своего конкурента на 2 позиции и заняла почетное 2-е место.
Под ваши аплодисменты, BMW 320 дизель. Второе место. Наверное, мы уже смогли вас убедить в том, что дизельные тачки действительно могут звучать, но чтобы вас добить, готовьтесь. Первое место. Марка, славящаяся своими люксовыми внедорожниками, и ее дизельный монстр Range Rover Diesel 3.6. Первое место. Ну что, друзья, это видео подошло к концу, обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, как бы по-вашему выглядел этот топ. Также не забывайте писать в комментариях, какие еще вы топы хотите увидеть. Ну а с вами был Филитек, всем пока. Стоп, сними наушники, а то пойдешь в наушниках, будет, ну, опять компьютер снесешь там. Все, пока. А ты без наушников все это время был?